Да, сейчас просыпается. Он сейчас так сладко-сладко спит. Да-да-да. Он, наверное, вас не убивает, китов. Да-да-да. Да. Знаешь что, мы можем это скидываться там с деньгами и купить хотя бы один. Там же пистолет сколько? 50 миллионов стоишь, что ли? Или... А, пока не продает. За донат, да. А там Пашку никто не убьет. Но он сверху же. А там... если там на... Они с... Где они? Где вышка, да? Да. Одного вижу. Ну и... Есть вариант есть, сейчас попробуем. Ну вот, подняться на вышки и стрелять без глушака, там, открытыми дверями, они может... Ну, да. А вот они бегут. Да, я одного вижу.
Вот один добежал. Сейчас там. Да мы оббегали их по воде, пытались выбраться. Сейчас там дружище прибежит. Мы сейчас сказал, попытается выбраться. В воду бежит. Да-да-да, он пытается их отвлечь, на казармы закидывает. Так они не убиваются, эти динозавры? Нет. Да я ж в Дискорде еще не добавил. Я ж только... Мы только сегодня начали играть. Вечер. А собака это где продается, электрическая? Механический волк. Он их всех закрыл там. Меня слышит? Запчасти волка, да. А, да? На обычном не продастся? Да-да-да. Где-то еще волки накопились. Ну не знаю, лает. Вот видишь, лает. А собаки? Вы не хотите съездить? Так а по ним даже урон не пройдет, да, по таким динозаврам? Ой, ой, динозавр идет у нас. Ну как? Как мы его завалили?
Бля, умер. Там еще что-то. Убей её. А вот это собака. Убей её. Динозавры это тебе дорого стоят? Что? А ты как его убил вообще? Вы же сказали, он не умирает. Ты как его убил вообще? Нет. Согрейте. Согрейте. Смотри, без глушака стреляю. Стрелять без глушака. Не, может к нам побежать? Не? Да, застрял.
ты убил кита? Там еще один кит. Лучше бы ты ворота не открыл. Он слева, там за здание. А, наверное, в воду упал, что ли. А вот он. Он откуда тут, друг ее? Как ты тут оказался? Приплыл, что ли? Да. Че, пойдем, да? Это бошку что, продать можно? Парни. Какой бот? А вон у него COVID-19. Не, он был. Не. Ну, куда надо ехать? Могу попробовать, да. Бля, у меня болеет этот персонаж. Я не знаю, таблетки выпил, все уже, у меня таблетки не остался. Вирус какой-то. А давай ты этот пока заказ сделай, а мы попробуем полечиться пока что. Че, ребят, к черному съездим? О, блин, столько этих, столько мяса. А, да, никает. Каждый там не знаю сколько-то секунд никает. А бутылок какой надо? Йод какой-то типа? Пацаны, подожди. Нет, так и есть мне. Пацаны, я вам йод давал, а он остался что-то или нет? Да, вроде остался, Саня. Но у тебя, по-моему, уже тетрациклин нужен. Нет, ну тетрациклин уже я пил, но у меня не остался. Вот он, йод. А как ее... А. К черному поедем? Да, пой. А вы все сели под... Да. А мы к черному поедем, нет? Да, поедем, сейчас поедем. А, ну, давай. Да,
Да, вдоль побережья же поедем все время. А, так поудобнее.
братья, враг монолита. Это хорошо. Уедем. Да-да, с нами, с нами. Тебе терпи, здесь гоняет 170 км в час. А ты чё, кстати, не ходишь? Что, пойдем или дальше пойдем? Да мы забит. Да, да. Не помогает. А подожди, у меня какой-то аптечка был военный. Может, он поможет? Что-что? Ведет с храпами, ведет. Говорит, храп налево, храп направо. Да-да. Вот-вот начал. Сейчас прошло. Да-да-да. А тебе как зовут, Лапикон? А, понял. Саша, да, значит? Давай-давай, вот отсюда заберемся.
чё делаешь об багажнике? Бля, у меня здоровье падает. Сейчас, подожди, пока не... Или давай. Вроде да. Да-да, я тоже ехал 75 километров в час. А мы куда? Мы сейчас за... Мы сейчас это, на трейд едем, что-нибудь, какое-нибудь лекарство покупаем, и, а то я, у меня здоровье падает. Уже половина. Тебе тетрациклин сейчас нужен. У меня есть тетрациклин. Дать? Ну, я не знаю, он поможет, не поможет. Его три таблетки надо, вот от... как пилюлька пропадет. Его поочередно так пить надо. Давайте я дам. Да у меня, я всякий накушал, там еще у меня этот значок таблетка до сих пор горит. Держи. Чё это, помогло? Блядь? Сейчас пилюлька как будет проходить? А, вот здоровье наверх пошло.
Все, Саша, пошли. Вроде все нормально сейчас. Саша. Ну мы готовы. Да-да, сейчас наш друг отходил куда-то, наверное. Не, пока еще не пропало, но этот здоровье поднимается наверх уже. Ну просто да, надо соблюдать. Че к чему. А если буду близко к смерти, то все на БТР кину тогда. Еще у этого БТРа мне этот очень понравился. Управляемость очень хорошая. И вот это тоже полезное. Ты можешь пройти сквозь лес, ну, медленно, но пойдешь. Ага. Ты этот плавать не попробовал? Да. Я не знаю. Вообще БТР должен плавать, я не знаю. Да. В бардаке есть там озеро, там можно испытать. Такой маленький. Вот так. А, поднялся, опять сейчас начал уже вниз. Ну, стрелка вниз. Ну давай, сейчас пойдем посмотрим там что-нибудь. Да, таблетки 3 надо принять. И будет все. Сразу 3, я дай уже вот который я принял, уже 5 что ли.
Чё, а покажешь? На черном тоже мутанты? А, пускай. Нам направо вроде надо было, нет? А, давай. Нормально так. Сам себе путь чистит и все. Они тут не убьют, ничего не поломают. Я тут безопасными. Да, да. Бля, я обойму этот выхлопа продал, блядь. Который 50. Да, ну да, вот так вот, Паш. Да, продал за 4000, а он стоит 300 косарей.
Да. Нормально. Yeah.
Чё, парни, можем ехать?